Всем привет! Вы на канале «В таком просто сложном». Меня зовут Роман, и я до последнего размышлял, стоит ли говорить на эту тему. Но думаю, что стоит. Дело в том, что заглянул один товарищ под прозвищем Blender Mark. Мне стало интересно, что это за фигня такая. Я загуглил и выяснил, что это какой-то компьютерный персонаж. Персонаж компьютерной игры. В эту игру я не играю. Что это за персонаж, не знаю. Но, наверное, этому персонажу было бы очень стыдно, что его именем называют себя такие вот неандертальцы. Вот, но, видимо, человеку нужно компенсировать свое ничтожество, вот, и выглядеть в глазах, в своих глазах круче. А зашел он ко мне за тем, чтобы попробовать оскорбить меня, без всякой на то причины. Но одно из его сообщений я прокомментирую. Тем более, что я думаю, мое мнение будет полезно и моим подписчикам. Под видео, как я стал фотографом, он мне написал, я не буду дословно цитировать этого индивида, вот, но сказал мне примерно следующее. Никого не интересует, как ты стал фотографом, ибо фотограф из тебя никакой. Ну, я не знаю, с чего он это взял, вот, но я прокомментирую все-таки. Во-первых, я никогда не называл себя профессиональным фотографом. Я всего лишь любитель. Каких миллионы? Я этого не скрываю. А другое дело, что я ответственно отношусь к своему хобби. А на своем канале я не хвастаюсь о том, какой я молодец. Мой канал посвящен основам фотографии. Дело в том, что многие, кто фотографирует, не знают этих основ. Да, в общем-то, и не заморачиваются, скорее всего. Во-вторых, оценивать фотографа стоит, лишь изучив его портфолио. Я очень сомневаюсь, что товарищ, который зашел полить меня грязью, его видел, да и вообще интересовался им. К сожалению, фотография – это не вся моя жизнь. Иногда приходится заниматься и другими вещами. Например, ходить на работу и в свободное время настраивать ноутбуки, например. Вот. Итак, мы выяснили, что, чтобы понять, насколько плох или хорош фотограф, нужно ознакомиться хотя бы с его портфолио. И здесь могут быть разные подходы к оценке портфолио. Самый простой – нравится, не нравится. Нравится, не нравится – спи, моя красавица. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится. Отсюда мы плавно переходим ко второму критерию оценки фотографа. А именно, есть ли у него рекомендации от клиентов. У меня рекомендации есть. Я не ищу себе клиентов. Клиенты сами меня находят. А плох я или хорош? Судить не мне. И уж тем более не таким типом, как Blender Mark. Ну вот и все, что я хотел сказать. Пока. Бомбануло! Бомбануло! Скорее беги и пиши в комментах ко-ко-ко. Бомбануло, бомбануло. Тебя затроллить оказалось так легко. Теперь давай вызывай его ВКонтакте или в Скайпе на стрелу. И покажи, кто здесь мужик и что к чему. Чтобы он знал, как дерзить пацану. Непременно заври.